Как ощущение, Наташа? Лида, у меня ощущение, что я гения. Мне кажется, всю жизнь била молоточком, как папа Карло. Это мой Буратино шляпный. Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Я Лидия Бондарева, шляпный дизайнер. И, возможно, как вы уже догадались по первым кадрам, в моей мастерской прошел мастер-класс. Мастер-класс по изготовлению летней шляпы. Я возобновила свою преподавательскую деятельность после 4-летнего перерыва. Вот буквально 2 дня назад у нас состоялась встреча в моей мастерской, где мы вместе с девушками собирались и буквально с нуля 4 моих ученицы сделали себе 4 полностью готовые прекрасные шляпы, и все за один день. Ну вот так, мы собрались делать шляпы и уже приступили, понимаете? Практически. Практически мы уже приступили к шляпам. Вот здесь вот у нас лежат молотки в ожидании и клещи. Вот. И мы сейчас прямо у нас решаются очень серьезные вопросы, конечно, касательно шляп. Девочки, молодцы, большие. Вообще, я, конечно, при хорошем прям, учителе все получается. Я прямо в восторге от того, как они быстренько управились. Ну, сейчас мы перекусим и ко второй половине. Продолжим. Ну вот, у нас продолжается. МК по шляпке. Видите, как хорошо. Да, очень поработали. Да, сейчас у нас домашний ланч. Ланч. Да. Так что потом мы молодцы. Мы уложились даже первую половину раньше, чем я рассчитывала. Понеслась драгоценная ткань.
учитель наш. Во-первых, положительных эмоций непередаваемых. Спасибо за знания, за урок. Будем с удовольствием носить шляпки. С радостью и с любовью. Все шляпки чудо. Не знали, какую выбрать и на чем остановиться. И цвет, и форма, и красота необыкновенная. Всем советую. Получили массу положительных эмоций. И еще едем домой с такими прекрасными шляпками. Лидочка, спасибо. И вам спасибо, девочки. Я вам тоже. Я отличаюсь от вас. Да. По форме. Лида, спасибо, что научила нас такому женскому, настоящему мастерству. Это вы только прикоснулись, девочки, только прикоснулись. Вы так хорошо прикоснулись, что у нас теперь у каждой по шляпке есть. И мы хотим прикасаться и прикасаться дальше. Я вас с удовольствием буду себя ждать. И мы себя чувствуем мастерами, настоящими. Много труда, да, вот как бы, вроде как бы, и шляпки-то мы самые простые выбрали. В общем, ну, Наташа посложнее чуть-чуть за счет декора, да? Но нам надо научиться велюровые делать обязательно. Да, считаем, что мы теперь мастер-класс велюровые. Ждем велюровые шляпы. У тебя уже есть группа. Отлично, да. Так, кто еще не сходил на Соломина, еще лет только начинается, даже еще не началось. Мы их приглашаем, рекомендуем. Обязательно научитесь. И вот такая шляпа, ну, любая другая будет вообще в эксклюзиве. И, как я говорю, потом будем в Москве узнавать друг друга по шляпкам. Говорит, да, это вы те самые. Да. Девчонки. Девочки, вам тоже спасибо большое. Я вам на самом деле очень благодарна, что вы приехали. Вот, я надеюсь, что я как-то возобновлю этот учебный процесс, который у меня был, наверное, года на 4 прерван. Да, вот здесь вот Наташа показывает изнанку. Изнанка у всех очень интересная. Вот Аллочка тоже тут изощрилась, видите? Меняюсь. Посмотрите, как красиво, Оля. Да. Вообще. Но вот вы знаете, если бы поменялись бы шляпками все, вот честно говоря, вот я думаю, что ну, они бы всем были хороши. Вот. А здесь внутри. Самое важное, глазами не увидишь. Вот, девочки все уходят в шляпках. Посмотрите, как прекрасно. Я думаю, что они чувствуют себя так же, как мы вот их воспринимаем. Посмотрите, как хорошо. Смотрите, как приятно. Мне как приятно. Спасибо. Смотрите, как хорошо. Все, девочки. Спасибо большое. Для того, что научились всему, правда? Наше дело в шляпе. Ну вот, мои дорогие друзья, как вы видели, наш мастер-класс прошел очень позитивно, результативно. И я приглашаю всех желающих на еще один мастер-класс, который я собираюсь провести 4 июня, ближайшее воскресенье. Контакты для записи я оставлю в конце этого видео. Я беру совсем немного, не больше 4 человек, и 2 места на 4 июня у меня еще есть. Приходите вместе с вами, сделаем шляпку вашей летней мечты этого года. А с вами была я, Лидия Бондарева. До встречи!